Clever News. Стивен Амелл поделился с нами информацией о кастинге 50 оттенков серого. С тех пор, как звезда Стилы сообщила, что встречалась со студией, которая будет снимать оттенки, фанаты книги сходили с ума на тему «Неужели мы нашли своего Кристиана Грея?». И вот мы встретились буквально на днях со Стивеном в выходные на WonderCon'е. И вот что он сказал. «Это я проболтался, значит. Боже, это мне хороший урок. Ну хорошо. Да, у нас была встреча. Она не была конкретно по 50 оттенкам, но это был один из главных вопросов. Мы просто поговорили. Сценария пока нет, по крайней мере, тогда не было. Это будет интересный проект. Это все, что я могу вам сейчас сказать. Я не знаю, что еще добавить. Ты готов в нем участвовать? Готов ли я сниматься в фильме? Ну да. Он довольно пикантный. Конечно. Но дайте мне хоть сценарий прочитать, убедиться, насколько он хорош. Я играл мужчину-проститутку, так что сексуальные сцены... Конечно, Кристиан Грей не проститутка. Я не знаю, кто он. Я книжек не читал. Но сексуальные сцены... Это не было бы что-то новое для меня. Вокруг этого фильма будет много разговоров. Насколько хорош будет сценарий, как они все это трактуют, все это надо будет взвесить. Не волнуйтесь, фанаты Стилы. Мы расспросили Стивена и о сериале. Если вы хотите, чтобы он сошелся с Фелисити, возможно, вам повезет. Вот что он сказал об их отношениях. Я мальчик, она девочка. Она очень хорошенькая, умная и способная. Как мы убедимся в следующих сериях, где она снова переодевается в 21-й серии. Реальность заключается в том, что она сейчас единственная особа противоположного пола в окружении моего героя, которая могла бы быть с ним. Это, безусловно, делает ее привлекательной. И никто бы не устоял рядом с ней. Поэтому моему герою повезло. Вернемся к 50 оттенкам. Хотели бы видеть Стивена в роли Кристиана? Или вы предпочли бы Йена Сомерхолдера? Или Александра Скарсгарда? Поделитесь своими мыслями, не забудьте подписаться, потому что на этой неделе у нас будет еще интервью с Александром Скарсгардом. Да-да, вы не ослышались. С вами была Дейдра Бихар. Спасибо, что смотрели нас.